Ровно за месяц до 10-й юбилейной премии телеканала РУ-ТВ мы в прямом эфире торжественно и с должной ноткой пафоса назвали имена артистов, которые оказались в числе номинантов премии. Одним из первых в прямом эфире свое имя в числе номинантов услышал Дима Билан. В этом году он вновь может оказаться лучшим певцом. Если ты уважаешь своих поклонников, конечно, ты не можешь отказываться от наград. И, конечно же, я хочу их получать и надеюсь, буду. А поборется за победу артист с Максом Барских, Сергеем Лазаревым, Артуром Пирожковым и Валерием Меладзе. С этого дня начинается борьба. Поддержать своих кумиров, проголосовать, узнать все номинации, а главное, купить билет на премию можно на нашем сайте ru.tv. Увидимся 22 мая в Крокус-Сити-Холле.